Новичкам везет. В Британии археолог-любитель нашел ценнейший клад, оставленный викингами и саксами. Находка поразила не только пенсионера-открывателя, но и всех ученых. Я использовал самый обыкновенный металлоискатель и поначалу даже не поверил своим глазам. Я всю жизнь мечтал найти что-то важное. И вот оно свершилось. Я не спал и день, и ночь. Это непередаваемое чувство. Такой адреналин. Как только я отошел от шока, я сразу позвонил археологам. В тайнике оказались 7 ювелирных изделий, 186 редких монет и серебряные слитки. Проанализировав обнаруженные драгоценности, ученые датировали их концом 9 века. В те времена в Англии правило англосаксонское королевство Уэссекс и Мерсия. На него постоянно нападали викинги. Ученые надеются, что клад поможет им более детально узнать быт северных народов.